Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Могу ли я каким-то образом изменить свое отношение к окружающим в более лучшую сторону, чем на данный момент? В смысле, как-то более спокойно относиться к ним. Я имею в виду не драться там или грубить пакт, да, просто как-то доверительно относиться к ним. Где-то в какой-то момент выключить свой эгоизм. С чего начать нужно и в каком направлении мне двигаться? Спрашивает Дарья. Ну, начать вам лучше всего, конечно, с терапии, то есть с консультацией индивидуальной, с психологом. Вот это было бы лучше всего, потому что по вашему тексту, как вы это описываете, здесь очень много общего. Необходимо задать вам ряд вопросов, для того, чтобы лучше понять ситуацию и вас в том числе тоже понять. Потому что сейчас понимание, ну, я бы сказал, в большей степени нет, скорее, чем есть. Вот. И, соответственно, уже после этого можно было бы о чем-то говорить. Вот. Что касается изменения в лучшую сторону. Что касается изменений в лучшую сторону своего отношения. То да, конечно, вы можете это сделать, вы можете изменить действительно свое отношение к людям в лучшую сторону и более доверительно к ним, ну, относиться, как вы говорите, более доверительно. Вот, но я бы сказал, для начала, да, я бы сказал, что доверительные отношения лучше всего начинать с себя. Именно непосредственно лучше всего начинать отношения с себя. То есть того, как вы относитесь к себе. Сами. Того, как вы относитесь сами к себе, и того, как вы воспринимаете себя. Потому что вот если я вас правильно в данном случае конкретном понял, да, если я вас в данном конкретном случае правильно понял, то у вас вызывает какую-то вот агрессию, тревогу, беспокойство окружающие люди. Вот. И в то же время, вызывая у вас беспокойство и тревогу и агрессию, эти же самые люди замечают, что у вас есть эгоизм. Вот. Причем не совсем понятно, что вы подразумеваете под эгоизмом. Потому что вполне может быть. Такая история, вполне может быть такой нюанс, что если бы не эгоизм ваш, то было бы вам очень-очень хуже жить, чем вы живете сейчас. Вот. Это, конечно, только предположение. Вот. Это, конечно, не в коем случае не утверждение, потому что, ну, наверняка я не знаю, как обстоят дела. Вот. Но, тем не менее, вот это такой очень важный, как мне кажется, момент, на который хочется обратить ваше внимание. Что значит доверять
себе. Это значит слышать, замечать и принимать то, что вы чувствуете. При этом необходимо здесь отметить, оговориться, что заметить то, что вы чувствуете, недостаточно, точнее, это не все. Важный момент заключается в том, чтобы заметить и увидеть то, что вы чувствуете, потому что то, как вы воспринимаете, например, ну, допустим, как вы воспринимаете себя, да, или как вы можете воспринять то, что с вами, ну, происходит, подвластно такой весьма неприятной штуке, как концепция или привычка. Вот. Вот привыкли вы называть какое-то чувство, которое у вас есть, эгоизмом. Вот. Вот привыкли вы думать, что ваши чувства, которые вот, ну, вы испытываете, это эгоизм. И, соответственно, вы это так вот и называете, в принципе, в целом. Хотя, что там за эгоизмом скрывается? Что там за чувство скрывается? Непонятно. И не может быть понятно до тех пор, пока вы не обратите на это свое внимание. А дело в том, что обратить свое внимание на это, скажем так, самостоятельно, да, самостоятельно, страшно. Страшно, потому что что-то будет непривычно, что-то будет не так, что-то будет по-другому, что-то будет необычно. Не так вы себя видите и видели, и захочется вам это, ну, как бы, проигнорировать. Вот. Понимаете, да? Вот примерно такой я хочу дать вам ответ. Сами, вот, ну, вот то, что вы могли бы самостоятельно вот сделать, на мой взгляд, самостоятельно, это спросить себя, как бы, а вот я-то, что я чувствую по отношению к этим людям, кроме вот моих привычных ощущений. Вот что еще я чувствую? Какие еще у меня есть эмоции, да, что еще я могу, да, допустим, ну, заметить, к примеру. Вот попробуйте себе на эти вопросы ответить, если получится у вас, я думаю, что у вас получится это сделать. Ну, просто мне кажется, что в этом нет ничего такого прям очень сложного. Вот, если вы сможете это сделать,
то первый шаг к тому, чтобы отношение к людям изменить, вы совершите. Другой вопрос, а зачем менять отношение к людям? Для чего? Мне кажется, что начать здесь имеет смысл все-таки с эгоизма, потому что если вы считаете себя эгоисткой, а значит вы себя обесцениваете таким образом, вот, ну, вообще-то говоря, довольно сложно в этой ситуации как-то адекватно общаться с людьми, ну, сложно это делать, сложно, потому что, ну, вы все время думаете о том, что я эгоистка, вот, сложно. Сложно это делать. Поэтому вот тут вот тоже есть некоторые, так скажем, нюансы, да, на которые вам нужно обратить внимание. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это вам поможет начать над собой работу, это позволит вам сделать первые шаги, вот, и, соответственно, начать менять свою жизнь к лучшему, вот. Обратная связь позволит вам сформулировать также базовые постулаты для начала психологической консультации. Удачи вам, всего доброго!